Всем привет! Я снимаю видео сейчас о том, как прогрессирует строительство нашего дома. Может быть, кому-то и не интересно, но я все равно это поставлю для тех, кому интересно, и показать прогресс. Я поставлю все фотографии с самого начала, и вы увидите, какой прогресс действительно достиг. Значит, сам дом, крышу уже поставили, сейчас я вам покажу. А выглядеть он будет вот так же, как дом сзади меня. Черный блок кладень называется, белые окна и красная крыша. И дверь у нас будет красная. Но когда все закончится, я вам, конечно же, покажу тоже. Сначала мне это не нравилось, когда нам сказали, здесь строительство такое, что его как бы не, здесь не поспоришь, как строят, так строят. Как бы поверхности домов все разные. Белые, красные, кирпич там... белым покрашено, по-всякому есть. Вот соседский дом будет, а вот наш на заднем плане. Сейчас я повернусь и покажу вам. Вот, и, но когда я увидела, как можно, я, понимаете, нужно, чтобы было vision. Вот когда есть видение того, как хочешь, я думаю, что я дом это сделаю очень красиво. Если он черный, он, в общем, не черный, он темно-темно-серый, я поставлю розы, посажу розы, белые, розовые, красные, и дверь будет красная, окна белые, и я сделаю, как их называют, цветочники, цветники под окнами. Ну вот, сейчас я переключу и вам покажу, в каком он состоянии. Вот, а вот они строят, видимо, это вот соседский будет квартира, там недалеко. Значит, вот наш дом. Здесь машины поставили, ничего не видно пока. Вот дом, крыша уже есть, значит... Вот эти, вот там два окна, это кухня, это окно, это туалет, который будет на первом этаже, и вот там дальше вся длина дома. В общем, длина 10 на 10, по-моему, 10 на 10, и вот два этажа. Не везде еще окна сделали. А внутри он будет там, как вы видели, у меня есть видео Тейлор Уимпи. Значит, вот окна. Как мне хочется уже скорее уже заехать. Может, завезут вас, сказали, в декабре. Не знаю. Сложно пока. Вот соседские дома будут. Вот этот Белбери, помните, который мне трехэтажный показывала я вам? Вот их три. Их всегда строят три вместе. Я не хочу. У нас отдельный. У нас ни с кем стенок не будет вообще. Ричард сидит, ждет меня. Вот. Мне, в общем-то, нравится. Вот это очень, оказывается, модно в Скандинавии. Девочки, кто живет? В Швеции, в Норвегии. Подтвердите, пожалуйста, чтобы я успокоилась. Но я видела на сайтах. В общем, вот он. Я зашла сюда, здесь уже... Ой, ветер. Вот так. Вот вон там это белое окно. Значит, вот это белое... Это... А это край стены. Двери они уже сделали. Значит, вот эти, вот там, это вот дверь, которая пойдет в сад. Это окно кухонное с другой стороны, потому что она на две стороны. Ой, какое счастье. И крыша уже не целиком, но... Эх!